Новый брендированный смартфон Nexus 4 от компании Google LG под завязку наполнен передовыми технологиями. Он, безусловно, станет приятным подарком для всех поклонников операционной системы Android в ее чистом первозданном виде, без сторонних интерфейсных надстроек. Про дизайн. Элегантный Nexus 4 не стесняется демонстрировать идеально гладкие и плавные формы. Лоск впечатляющего HD IPS Plus дисплея с диагональю 4,7 дюйма и шарм задней панели с декоративным рисунком из миллиона маленьких звездочек, мерцающих теплым живым светом. Обе панели смартфона защищены вторым поколением устойчивого к царапинам и повреждениям стекла Gorilla Glass, которое впервые применяется в Nexus смартфоне. На месте стыка с рамкой стекло чуть загибается вниз. Это простое решение удивительным образом добавляет больше естественных ощущений от лежащего в руке смартфона, и делать скользящие движения от края устройства очень удобно. Дисплей обрамляет бесшовная хромированная линия, которая дополняет благородный облик. В правом верхнем углу над дисплеем камера с разрешением 1,3 мегапикселя для видеозвонков, а в левом набор датчиков. Физические клавиши на лицевой панели отсутствуют, их место уже по традиции занимают экранные кнопки навигации. На левом торце Nexus 4 клавиша для управления громкостью, она сплошная. Сверху второй микрофон и 3,5-миллиметровый джек для наушников. В верхней части правого торца кнопка включения-выключения. Снизу смартфона разъем microUSB. Все предельно лаконично. Задняя крышка Nexus 4 несъемная. Здесь 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой и динамик. Сверхчеткий дисплей размером 4,7 дюйма с разрешением 1280 на 768 и плотностью 320 точек на дюйм благодаря матрице HD IPS+, имеет просто фантастические углы обзора. Это не только сбережет зрение, но и предоставит еще больше возможностей для чтения и просмотра фильмов. При дневном свете и на ярком солнце проблем с изображением не возникает даже на 50% яркости. Технология Zero Gap от LG, по которой выполнен сенсорный экран смартфона, исключает зазор между стеклом и ЖК-панелью, что создает самое сверхчеткое и чистое изображение. Может показаться, будто пальцы касаются каждого пикселя на экране. Внутри Nexus 4 четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro с тактовой частотой 1,5 ГГц. В связке с топовым графическим ускорителем Adreno 320 и 2 ГБ оперативной памяти любое приложение будет летать на высоких скоростях. При этом каждое процессорное ядро работает с энергией и скоростью, отдельной от общей нагрузки, что обеспечивает низкий расход энергии. Емкость аккумулятора 2100 мАч. По традиции, каждое устройство под брендом Google получает свежайшую версию операционной системы Android и наглядно демонстрирует все ее новые возможности. Nexus 4 не стал исключением. В нем установлена версия Android 4.2 Jelly Bean. Кардинальных изменений в интерфейсе системы не произошло, но в ней все же имеется ряд функций и возможностей, о которых обязательно стоит рассказать. Например, была изменена клавиатура, которая теперь способна распознавать движение пальца от буквы к букве и предугадывать необходимые слова. А на экране блокировки появились виджеты. Теперь можно настроить параметры и быстро получать всю информацию без необходимости перехода на основные рабочие столы. Предиктивный поиск с Google Ассистент показывает подсказки именно тогда, когда они вам нужны. Информация о пробках на дорогах перед выездом на работу, сведения об интересных заведениях поблизости, счет матча с любимой командой и так далее. И все же чуть ли не главным изменением в Android 4.2 стало приложение для работы с камерой. Режим для создания панорам уже был, но в Google решили не останавливаться на достигнутом и позволить тебе создавать объемные снимки. Режим фотосфера объединяет кадры, снятые под разными углами и направлениями, в единую композицию в режиме 3D, аналогичную той, что применяется в сервисе просмотр улиц на картах Google. Линейка Nexus всегда была своеобразным маяком для индустрии смартфонов, показывая, к чему должен стремиться эталонный Android-фон, особенно в соотношении цены и качества. И тот факт, что компания LG, разрабатывая Nexus 4, снабдила смартфон актуальными современными комплектующими, которые сегодня есть на рынке мобильной электроники, производит впечатление. Это и многое другое в интернет-магазине «Связной».